Ну и после Olympic Empire. Всего лишь секунду у них резервного времени. Раздумывают. Ну, выглядит неплохо все по тимфайтам, но в то же время у Team Empire все основывается на кулдаунах. То есть это... Ну, кулдаун Ice Blast не такой большой. Templar Assassin, вот так вот. Вот кого мы давно не видели. Все выглядит любопытно. То есть, с одной стороны, мы имеем достаточно много кулдаунов. Это и Poisonova, это и Eclipse, это и Flaming Lasso, и там плюс еще и Битрайдера. У него тайминг блинка, тайминг форстав. Пока он все это будет копить, достаточно много времени пройдет. Луне нужно фармить Black Embark, Templar Assassin, ну, посмотрим. А Templar Assassin, вот как раз здесь очень многое может зависеть в ранней игре, в мидгейме. Ну и посмотрим, как расставить свои лейны, как отыграть саппорты. Более-менее понятно, что это агрессивный трейлейн, скорее всего, от Empire, чтобы Битрайдера, скорее всего, отправят они на сейф лейн, но, возможно, по-другому расставят. Битрайдер против Фуриона отстоит без каких-либо проблем. На миде будет Templar Assassin, но на бот-лейн можно отправить и на Мастер Луну, и Эншта Парэшна, и там просто всех гонять. С помощью Chilling Touch, с помощью замедлений в Cold Feet. Queen of Pain. Ну, стандартный, привычный нам сетап, то есть Templar Assassin против Queen of Pain встречается в миде. Посмотрим, как будут отыгрывать. Так, ну что, поехали. Смотрим, Storm vs Pro. Smile, значит, Profit, God, Queen of Pain и Lidan на Лавстилере, NS Silencer и Jotun на Алхимике. Здесь же странно, да, Empire. Маг на Битрайдере, то есть все-таки он на ботлейн отправляется, ванскор, Виномантер. Resolution. Templar Assassin. И Silent Луна. Also on offline на Ancient Operation. Так, ну, посмотрим. Smile пока что стоит в районе ботлейна. Купил он себе ботинок. То есть, если что, Лидан перетянут. Сейчас надо посмотреть, какие лейны угадать. Бежит Лидан. Вопрос, увидит ли он. Видит ли он мага. Маг прячется здесь. Заметили. Пошел пинг. Заметили Битрайдера. Ну или дам понимает, что можно Фуриона отсюда выводить, скорее всего. Фурион побежал на топ. Фурион хочет пауфлейнить. Ну а Лидан хочет фрифарм. Ну основное здесь будет... Основной момент будет зависеть от того, как отыграет год, как отыграет Резолюшн. Напомню, теперь фиксированный монокос сделали, то есть 110 монокос на Shadowstrike. Shadowstrike очень неудобен Queen of Pain. То есть можно, конечно, харасить Templar Assassin, но Templar Assassin, напомню, прячется просто от Shadowstrike, прячется молдом. Shadowstrike ей не страшен. Ну а там же посмотрим, куда будет отправиться. То есть будут ли какие-то ганки ранее. Потом можно будет сплит пушить с помощью Queen of Pain, то есть покупать ей тоже некрономиков, прыгать все время по карте туда-сюда. Потихоньку ломать вышки. Так, заблокировали. Не дают эншентов здесь. На случай, если выйдет алхимик на мид, ну, вероятность была достаточно маленькая. Так, ну начинает здесь бегать не вокруг мида. Резолюшн. Как видно, вкачал он рефракшн, поэтому получается сразу Shadowstrike. Вот начинает харасить постепенно. Резолюшн проседает достаточно серьезно. Есть еще один рефракшн. Ману тратит достаточно сильно. Напомню, поднимали там. Делали фиксированным на косту рефракшн тоже. Ну, а Лидан здесь остается на фрифарме. Битрайдер пошел джанглить. Он на лейн пришел, ему на лейн не понравилось. Сейчас вкачает какой-то спел и здесь спокойно поджанглит. Хоть лес немного поменяли. Не так приятно сейчас джанглить Битрайдером. Полагаю. У него здесь уже вполне привычная какая-то рутина есть. Летает, поджигает. Карткэмп есть, то есть, если что, принесет себе потом бутылку. Проблем быть не должно. Ну а Смайл стоит, Смайл вводит крипов. Как и наводит он их трентом. Хочет сделать себе двойной крипов, и чтобы все эти крипы потом пришли к нему под вышку, получить с них опыт. Похоже, нас ожидает достаточно пассивная ранняя игра. То есть все будут фармить аккуратно. Посмотрим, будут ли какие-то нападения на Смайла. Телепорт у него в случае чего уже есть. Здесь надежных станов нет совсем. То есть, если замор... Ну, разве что мини-стан луны. Может оказаться недостаточно. Смайл опять делает очередных трентов и продолжает свои нападения. А Битрайдер
как Инес сделает себе стак. Второй уровень, он получил уже есть стики напалм, то есть теперь можно обмазывать все это хозяйство стики напалм и все это дело поджигать, фармить. Блин, он в кусты там. Монголимы такие неприятные. Так. Вот, пришлось потратить маны. Достаточно много маны он потратил, но сейчас уже будет бутылка одного крипа добить. Дальше проблем быть не должно. Так, а здесь уже нападение на Смайла. Не получилось подцепить ванскору. То есть, пробовали под Люцин Бим подхватить, но не пошло. Чиллинг Тач был в качестве, было бы вместо Чиллинг Тача Айс Вортекс, скорее всего, убили бы. Было бы дополнительное замедление, чтобы дотянулся Виномастер Гейлом. Этого не произошло. Так, Год очень сильно страдает, Год упрыгивает. Резолюшн здесь 13-3 у него счет, у Года 9-1, но резолюшн все просто прекрасно. Мэтт уже вкачан, бутылка уже есть, то есть он свою ситуацию контролирует. На все 100%. Аккуратно добивает. Не стал он прятаться, Shadow Strike, возможно, просто не счел это необходимо. Ну и руна лежит на руну. Нет, скорее всего, вижу, здесь убивали вард. Резолюшн пока что просто отходит, ждет курьера. Сейчас понесет им бутылку, а руну оставляет. Ну и приходит смог. Смоганг. Алхимик, Unstable Concoction, Acid Spray. NS. Last Word. Glaze of Wisdom. Ну сейчас будет какая-то атака. Если просветка, такой вопрос. Энтриварда действительно есть. Успевает резолюшн надеть на себя рефракшн, и урона в итоге не получает совсем. И поэтому просто бежит. Получает, конечно, он 150 урона сейчас. От Last Word'а дома прилетать еще есть мана на First Blood, но понял, что там все пошло совсем не так, как ожидалось. Сальву Resolution, то есть он вообще не пострадал, сейчас бутылка вернется, и он продолжает свой фарм. По опыту он совсем не упустил, ну и по фарму всего лишь буквально пару крипов. Первый, блин, можно сказать, комом для Virtus.pro. Ванскор находит наконец невидимость, ту самую невидимость, которую никак не подберет. Товарищ Год. Ему сказали, что здесь был Sentry Wars, что здесь наш обсервер убивали, поэтому ходи там осторожнее. Своей невидимости лучше приходи на топ. Давайте посмотрим, куда у нас здесь Фуриан. Фуриан пока что на базе, вот он думает возвращаться. Виномастер сходил, купил себе ботинок, но куда-то прийти он пока просто не может, поэтому купил себе телепорт. Убивать пока некого, никто не подставляется. Так, ну а мне интересно, как дела у Бэтрайдера. Бэтрайдер 3 уровня еще только. 9 сотен у него в кармане, то есть блинк, скорее всего, будет достаточно быстрым. По опыту у него все не так здорово, как хотелось бы. Но знаю, что делает, видно. Пока что все неплохо. Лидан. Закупает себе наконец армлет Мидас. Золотую ручку. Резалюш, ну, видимо, жалеет он маду. То есть, видимо, решает, что лучше он ману потратит на рефракшн, но в то же время получит урон от Shadow Strike. Как-то немного мне это странно. Не хочет, что он доджит с мелдом Shadow Strike. Возможно, это какое-то интересное решение. Дороже в итоге выходит по мане, то есть он надевает на себя рефракшн, этот рефракшн сразу снимает Queen of Pain, и за 100 маны он избегает. Пару тиков только этого Shadow Strike. В итоге оказывается невыгодно. Ну, Sentry Ward здесь стоит, собственно, из-за этого нельзя здесь спрятаться. Все, теперь я понял. Понял этот момент. Так, надеюсь, начинает наседать, наседает на вышку. Вторая ара, третий Люцин Бим. Пока что нет Эклипса. Может быть, даже кто-то прилетит попробовать задефать. Но сейчас мы узнаем, здесь Иллидан продается подряд. У него здесь золото сыпется над головой. Так, нашли резолюшн. Очередной раз пытается его ганкать. Все еще живет, нажал стик, пытался он добить Джотмана, но все-таки погибает. Пожадничал, потянулся он за руной. А руна вот она. То есть все-таки со второго раза Virtus.pro все-таки зарабатывает First Blood. Убивает резолюшн, откатывает его немного по фарму. Ну и саппорт получает еще немного пространства, можно попробовать еще и на ботлейн сходить. В итоге дабл дэмидж достается Года, который ждет свою бутылку пока что. Ну, посмотрим. Посмотрим, как все изменится, когда маг выйдет со своим блинкдаггером и начнутся заварушки уже 5 на 5. То есть пока что, конечно, Virtus.pro забирает физлат, но Empire по фарму у них должно быть все немного лучше. Сейчас посмотрим. Здесь уже нападение на Флая.
Приходит НС. Дает. Все по очереди. Прилетает еще и смайл. Если надо проедать дерево, дерево. Наконец-то проедает Флай. Есть уже и год. Ну, наконец-то добивают. Застряли все в деревьях. Ходят здесь паровозиком. Сделали двоих трентов. Как видно, у смайла третий телепорт и первый Nature's Call. То есть он максимально агрессивный фрейм. С третьим телепортом он куда угодно прилетит. И первая вышка достается верта справа. 2-0 у них счет, то есть пока что Empire даже отпор не дают. Не готовы. Ну и как бы здесь не дошло до того, что возникнет такая ситуация, что отпор они давать уже просто не могут. Как видно, Ластиллер на первом месте по фарму. Добивал он сейчас вышку, у него еще и Мидас. Садится он в Queen of Pain и полетели, полетели дефать. Есть Эклипс, пролетает год. Год, бросает все подряд. Луну и Луна просто схлопаются. Даже Эклипс нажать не успел, и теперь же Ванскор пытался бежать, но Ванскор добивает смайл. Можно даже топ попробовать сломать на самом деле. Посмотрим, будут ли сейчас торопиться верты справа. Реген достается резолюшена. Так, Blink Dagger, вот он, наконец-то Blink Dagger. То есть играли, можно сказать, 4 в 5. Empire пока у мага не появляется Blink Dagger. Ну и все зависит будет сейчас от реализации, как хорошо сейчас начнут отыгрывать Empire командную игру. В плане вейлинга у них получилось, ну, не совсем все замечательно. Счет 4-0 сейчас. Здесь смотрим графики. Virtus.pro 2000 по золоту они имеют. Ну, в принципе, это как раз одна вышка. Чуть больше. Чуть больше это как раз Midas Lifestealer. Ну и Virtus.pro по опыту преимущество, но преимущество не такое серьезное, чтобы прям-таки самонадеянно себя вести. Важно понимать, что джангли маг, собственно, из-за этого огромного преимущества сейчас нет. Virtus.pro по опыту. Бегает здесь резолюшн, фармит здесь рядом Лидан. Вот как раз на Лидана можно прилететь, что-то попробовать с ними сделать. Маг здесь как раз хочет. Есть у него какая-то задумка, похоже. Можно по-хитрому залететь как-то отсюда через клифы. Маг стоит на изготовку. Полетел. Лидан увидит. Не успел ничего нажать. И сразу же попался, полетел туда. Айсбласт уже. Илидан пытался воевать, в итоге садится просто в крипа и уезжает. Крип был первым, Илидан продолжает бежать, получает Лесенбин, наконец-то рассыпается. То есть был на нем все еще дебаф от Айсбласта. Флай здесь успел получить шестой свой. Скачался в ультимейт. Откатывают обратно по фарму Илидана. Луна теперь уже убивает вышку постепенно. Эмпайр сравнивает счеты. Пока что 4-2 счет. Там Queen of Pain попалась на миде параллельно. Резолюшн, похоже, что соло убило. Сейчас. Да, Темплар Ассасин убивает года. Просто в одиночку. Так. Дабл дэмэдж, видно ловушка, но пока что туда не торопится никто. Здесь пока что зачищается лес. 1500 по золоту резолюшна. Третий уровень мелд, то есть скоро можно будет забирать Рошана, в принципе. То есть нажали смог, пошли убили Рошана с мелдом. Можно даже вдвоем это делать. С кем-то. Не обязательно звать всю команду, то есть, например, позвали на мастера со всего вардами, и это хватит. Лишь бы мана была, резолюшн на все ее кнопки, на мелт, на рефракшн и так далее. Здесь алхимик покупает медальон, несет себе жетом. Сам только получил ультимейт, моментально нажимает, восстанавливает себе ману. Ну, а теперь еще и медальон в этом поможет. Отпуливает, делает стаки. Ну и здесь спреем начинает эти стаки разбирать, конечно, медальон. Не медальон, а Грейвс Грид. Монетки. Пока что у нее не вкачанная. Не так сильно обогатится, но в то же время прилично. Еще и опыт получит. Его, глядишь, получит 7-й скоро. Флай, как видно, он максит Chilling Touch. Вот так вот. Какое-то интересное решение, но Лидан на нее нападает сразу же. Айс Вортекс. Не спасает это от рейджа, Флай просто походил и погибает. Дает напоследок свой ультимейт. Или Дану. Пока это не страшно совсем. Но Луна продолжает фармить, продолжает нагло выходить в эту сторону. В сторону тир 2 на топе. Рядом маг Смоки. Но Virtus.pro понимает, что там наверху какая-то ловушка, поэтому просто пришли на мид. Мид уничтожили, резолюшн прогоняет. Тот начинает взрывать ловушки. Здесь год уже с дабл дэмэджем, года 8 уровень. От него огромное количество урона сейчас будет летать.
Игот начинает копить на некрономиком, то есть остался уже только рецепт. Маг пока тратит время, не фармит свой форстав. И как только появится некрономика над года, в общем-то, пойдут просто волнами крипы эти. Пока что пространства достаточно мало на карте, пока стоит тир 2 тура, пока что тир 1 на топе. А потом он будет играть очень аккуратно, каждый раз прыгать в кусты, выпрыгивать, вызывать некрономиконов, и так можно будет продолжать до посинения. Рецепт на Мидасу Смайла. Так, резолюшн. Блинк Дагер он себе купил, взрывает еще одну ловушку. Энесса теперь точно никуда не уйдет. Энесса резолюшн просто уничтожил. Бластилер. Только-только купил себе армлет, садится в года, полетели. Полетели на луну. Здесь Бэтрайдер, похоже, пытался кого-то ловить. Прилетает Айсбласт, попадает сейчас года. Год проседает. Люсный бим. Сейчас год погибнет, год прилетает. Год действительно погибает, и Иллидан застрял в деревьях, пытался убить мага. Мага действительно убивает, потому что у того закончился Firefly, и тот просто уперся в эту канаву и не смог ее перелететь. Иллидан в итоге зарабатывает этот килл. Ну, разменяли Queen of Pain на Бэтрайдера. Размен не такой уж и плохой, если подумать. Один килл достался Бэтрайдеру, другой достался Nature's Prophet. То есть ни тот, ни другой кэрри с этого особо не заработали, помимо ассистов. Но здесь действительно бьют Рошан, как я и говорил. Очень много народу для этого не надо. Мел дают минус армор. Рошан проседает здесь. Выдвигается, кстати, в эту сторону Virtus Pro. Там ловушки, надо быстрее, как можно быстрее здесь реагировать. В центре варды ставят, пока что там ковыряет варды. Надо Рошан добивать. Рошан добили, все, можно разбегаться. Аккуратно уходит саппорт. Очень мало хп есть у нас скоро. Дабл дэмж еще появляется, помимо всего прочего. Отправляет убивать пенек Фуриона. Прилетает резолюшн, забирает этот дабл дэмж. Сам с Аегисом. Моментально включает руну и сейчас куда-то, возможно, побежит. Видит, где фармит Ластиллер, видит его вардом. В одиночку на Ластиллер напрыгать. Плохая идея. Ну а Сайлент продолжает фарм. Как видно, Ластиллер все еще на первом месте, но... Резолюшн с Сайлентом. Их двое, то есть они постепенно врываются. Догоняют они Ластиллер. Посмотрим, догонит ли вообще. Резолюшн Огур Клаб, он знает, что будет Global Silence и так далее будет. Прокаст из Queen of Pain, нужен Black Imbar обязательно здесь. Так, ну что, давайте смотреть, как здесь все поменялось. 1000 осталось у Virtus Pro преимущество по золоту, было чуть больше. Упустили сейчас Рошана. Ну а по опыту Empire уже 3000 преимущества, то есть по опыту у них все просто замечательно. Ой, НС очень смело забежал, поставил здесь вард. Ну и, к счастью, здесь варда не было. Ну, в принципе, по Vision все очень здорово. То есть Vision есть практически на весь лес Empire. При этом Vision есть снизу. Ну, сейчас пропадет уже вард. Так, пролетает. Приводит сюда Ластиллера. Смотри, чуть был не погиб, кстати. Взрывается ловушка, там погоня, там бежит Ванскор. Ванскор буквально один вард ему плюнул с Смайла. Вард там плюет. И в итоге Смайл действительно убивает. Успел Макс своим блинкдаггером. Ну теперь уже Резолюшн пошел в погоню. Взрывает ловушки, замедляет Кентавра. Сейчас Кентавра загонкают они. Получи проклятый Кентавр, говорит Резолюшн. И в итоге так упустили они Иллидана. 3-1-2 счет у Ластиллера, то есть Ластиллером скоро что-то нужно будет делать. А Луна тем временем. Есть Яша, есть Доминатор. Крип уже на подходе. Готов здесь сделать стак, даже один стак уже есть. Хейсту резолюшна. Меняются они бутылками. А, Хейст решили дать Бэтрайдер, чтобы он гарантированно кого-то утаскивал. И Бэтрайдер скоро появится, его форстав, то есть в принципе у мага все готово. Включает он Хейст. Ну и Empire начинает наседать на вышку на ботлейне. Маг, пожалуй, рановато. Он включил хейст, тем не менее загорелся, видит алхимика. Алхимика подхватил, подцепляет его к резолюшн. Резолюшн там сказал, подожди, не утаскивай мне здесь мелт, надо нажать минус армор дать. Прилетает айсбласт. Не давать будет регенс, собственно, поэтому и брали штапарейшн, чтобы выключать реген просто алхимику.
Так, а здесь погоня за Флаем. Флай успел дать ультимейт, но сам погибает очередной раз. Раз за разом его ловит. Ну, саппорт на саппорт обменяли, и сейчас еще импары вышку заберут. Правда, вышками, похоже, тоже разменивается. Год пришел с первым некрономиком, и вышка доламывает. Добил вышку, купил себе второй рецепт, и так он и будет продолжать бесконечно. Мы уже видели игру на инвокера, где Год постоянно прятался. Здесь где-то в кустах ходил, бродил. Где-то вот в этой штуке прятался. То есть, вышел, вызвал некрономиков, отправил их просто в сторону вражеской вышки и спрятался обратно. Если какие-то проблемы, улетел, сам с Boost of Trail, то есть, если что, команде на помощь придет. Сказали нам про Рошана. Возможно, не про Рошана, возможно, просто про какой-то кулдаун. Здесь продолжаю делать стак. Ага, Фурион. Блин, во-первых, стак обнаружил, во-вторых, помешал сделать его. Давайте посмотрим, получится ли. Получилось. Спальня с каменной иллюзией. Можно будет луне потом прибежать. Все там разобрать. Так, ну что, лайфстиллер. 13 секунд до инфеста, и опять они со смайлом где-то объявятся. Башер уже есть. Уже достаточно больно наворачивает. Смайл, смайл, 200 у него в кармане. А пока ничего он не покупает. Ну а Эмпайр чувствует себя уже достаточно сильными, то есть они выходят на мид, они знают, что скоро начнутся сплитпуши там Фурион и Queen of Pain, поэтому надо быстрее пространство на карте создавать. Полетел маг. Извините. Сайленс, НС спасает себя, дает глобал. Маг улетает, маг живет. Летит Айсбласт. Айсбласт накрывает. Никого он особо не накрывает, резолюшн стоит баши. Весь урон уходит. Приходит Сайлент, нажимает наконец свой эклипс, Queen of Pain покричал, но погибает алхимик, погибает. Еще и Сайленстер, ну и скорее всего погибнет еще Иллидан. Резолюшн, мелт есть, последний удар. Армлет. Такой неприятный, Иллидан никак не убить в итоге за это. Ну и здесь пострадал Миноматер, то есть сунулись за вышку далеко слишком. Скоро пропадет Аегис у Резолюшна, отопьет ему ману. Отопьет хп, то есть можно пока отойти поджанглить. Ну, похоже, не затаймил, пока что просто бежит на базу. Ну, не совсем удачно получилось, то есть глобал дали, глобал был не самый удачный от Virtus.pro, но в то же время айсбластом не попали. Конечно, убили двоих саппортов, но выжил лайфстиллер, и в итоге выяснилось, что поменяли двух саппортов на одного. Все равно Empire в плюсе, но могло быть в разы лучше. Учитывая, что это был смоганг. Достаточно много ультимейтов они на это потратили. Маг в поиске Queen of Pain. Летает. Год. Не успел Год реагировать. Там летит Айсбласт. Айсбласт летит не туда. Флеймбрейк. Отлично, сбивает телепорт. Года убивает. Намекает, что не потерпит здесь от него никаких сплитпушей. Однако сюда приходит Иллидан. Вот он Иллидан показывается. Видит он Сайлента. Сайлент. Проседает очень сильно, получает баш. Замедление от Иномастера не сильно помогает. Приходит еще и Фурион. Стам влетает в Анскора. Гонит теперь мага, маг скорее всего погибнет. Роняет он гем, влетает Резолюшн, но Резолюшн сейчас останется просто один. Блокинбар нажал, Смайл уходит, у него что-то блейд. Резолюшн пытается, продолжает войну свою. Возвращается обратно маг. Маг выкупался, мага замедляет. Приходит Энш Топорэшн, стан варит. Сейчас стан придется в кого-то бросать. Собственно, полусон оффлай здесь. Сейчас попадется, влетает. Влетает на желтом обратно. Иллидан из него вываливается, просто убивает Резолюшна. Ой, Резолюшна, господи. Энштопорейшна. Ну и сам погибает в итоге. В общем, все в кровище, валяется чей-то щит, валяется куча мертвых клипов и ничего не понятно. То есть как-то разменялись, притом разменялись так, что самим мало не показалось, что одной, что другой команде. Гем в итоге достался магу. То есть гем оставили, спасли Empire. Но этот ганг на Queen of Pain достаточно много устоил. Блокинбар здесь потратил Резолюшн, выкупался Бэтрайдер. Ну, Бэтрайдер, в принципе, не так много здесь нужно. Базовые слоты у него уже есть. Ну, она понимает, что нужно что-то делать с замедлением этим. Нужно мантостайл как можно быстрее. На Рошане ловушка, сейчас узнаем, через сколько он появится. Здесь просто смотрит Год, фармит айсбластом. Минута до Рошана.
показали. Где вард? Здесь огромнейший стак. Это пора его разбирать. Он уже больше не стакается. Настолько здесь все плотно. Луна здесь как раз рядом. Вот как раз надо это делать. Но видели, что здесь прошли и поставили вард. То есть есть информация, что сейчас, скорее всего, придут этот стак убивать. Третий некроном на Queen of Pain. Приходит человек с гемом. Ну а у нас защищает стак. Скорее всего, есть про эту информацию Virtus Pro, потому что они нажали смог. А где они окажутся, большой вопрос. Перепугались, теперь уже Empire. Прилетает резолюшн. Если хотят зайти по-хитрому сзади, выходит просто в мид. Необойтима эта вышка, то есть, чтобы вышку обойти, придется идти чуть ли не через всю карту. Поэтому временно разбор стака все-таки есть. Блэкимбар уже есть у резолюшна, и уже есть Мифрилхаммер, то есть наклевывается постепенно дезолятор. В итоге весь этот смоганг Virtus Pro. Выходили они по лесам, смог закончился, ну и можно расходиться. Появляется Рошан, и похоже, что еще и Рошан достанется Эмпайр, они... За счет того, что их не нашли просто, что их не заметили, конечно, видели они... Видели Virtus Pro, что здесь фарт убили, но, похоже, они не ожидали, что там пятеро. В итоге сейчас еще и Aegis Silent достанется. Далее Resolution вместо этого. Silent вместо этого носит одну тангу, он спраут не хочет попадать очень сильно. Silent пошел бы в свой лес, понимая, что дело здесь нечисто на самом деле. Где-то все бродят. На карте никого не видно. Поэтому, как видно, задумался. Видит ловушка здесь, видимо, на ловушку кто-то наступил. Пошла информация. Сайлент все еще ждет, когда кто-то покажется. Наконец он видит Queen of Pain. И сейчас уже покажется Иллидан. Так, ну что, графики. 1500 по золоту есть у Empire. Ну, чуть больше 3000 у них по опыту. Небольшое преимущество есть, как раз за счет стаков, за счет Рошанов, за счет того, что сейчас происходило. Так, ну сейчас как бы не попалась Луна. Здесь по ботлейну идут. Resolution и Fly. Дезолятор уже покупает Resolution, кстати. Ну и в итоге просто вышку ломают. Похоже, хотят размениваться сейчас Virtus Pro. Сидит уже Иллидан в Queen of Pain в годе. Вышку поковыряет, но очень долго времени это займет. Там полетел Ice Blast. Рядом Бэтрайдер, но как бы он здесь сам не просчитался. Resolution тоже в погоне. За годом погони, год сейчас всегда может развернуться и вдвоем... С лайфстиллером они могут оформить попробовать. Так, кого-то хватает. Хватает Смайла. Смайл успел включить свою невидимость, но там гем. Не зря гем покупали. Прям пытается улететь. Добивает резолюшн. Приносить надо дезолятор. Убили основного сплитпушера. Теперь надо отпушить какой-то из лейнов. И, в принципе, было бы неплохо еще и какой-нибудь тир 2 таур очередной сломать. Маг несет себе свой юл. Притом без рецепта. Как-то у них у всех все на базе лежит. Даже у Виномайстера варды лежат на базе. То есть у них с курьером какие-то неприятности. Вроде бы разобрались. Манта стала есть уже у Сайлента. Ну и заходит он фармить здесь драконов. Сейчас придет ближе к команде. Остальные лейны все запушены. То есть здесь где-то в этом районе встретятся скрипы. Снизу тоже все замечательно. Это еще одна вышка. Ультимейтом. Продамажили год. Чуть было не убили его здесь, между прочим. Проседает год достаточно серьезно. Но мастер плюется здесь на ушку. Ну и бесплатное золото. Собирает бесплатное золото, Монтастайл. Иллюзии здесь составляет Луна. И наконец полетела раздача подарков. Дезолятор бы успеть получить. Успевает получить дезолятор резолюшн, направляется, она отпушивает лейн. Вот сейчас главное не разбежаться в разные стороны. Так, маг находит хейст. У него бутылки нет, то есть сейчас он пойдет на охоту, скорее всего. Курьер он отправляет обратно, сам побежал. Хочет кого-то найти, видно года. Год сразу вызывает некрономика, но взбивает блинк. Здесь еще и Джотман. Джотман надо успеть хватать, Джотман схватили. И Джотман просто уничтожает. По пути еще убили НС, и нас здесь просто не заметили, смели.
У Resolution совсем нет маны, то есть, скорее всего, не будут продолжать ДСХП. Теперь уже большая неприятность, но заливают все обратно. Есть Arcane Boot, есть урна. Дает Ancient Operation. Chilling Touch свой. Ну, с Chilling Touch впрыгивает Ланая, Templar Assassin. Ну, это сразу же практически минус. Очередной Tier 2 Tower. God продолжает свой сплитвуш, но на года внимание особо никто не обращает уже. Надо дефать. Aegis у Resolution, он готов его тратить. Aegis скоро пропадет, скорее всего. Так, влетает God, позает. Позает лайфстиллер, успели форстафнуть Silent. Silent. Блокимбар у него в кулдауне, собственно, из-за этой проблемы теряет все-таки там Aegis. Ланая. И пошел Eclipse. Валидан закончится рейдж, поэтому Eclipse он съедает.